Балет – это самый сложный вид хореографического искусства, где учатся выносливости, внутренней дисциплине, эстетике и грациозности. Именно эти качества помогают раскрыть своим воспитанницам руководитель театра-студии «Арабеск» Ирина Церингер. Для чего вообще занятия хореографии? Вот именно привить эстетику. Эстетику культуры, поведения, общения. Ну и, конечно же, чего ждут родители от педагога – это хорошие осанки. Хорошего вкуса. На занятиях юные танцовщицы не только постигают основы классического балета, но и изучают историю хореографического искусства. Историю балета в целом, начиная с самых первых времен танцев, средневековья, история российского балета. Моя любимая балерина – это Анна Павлова. Именно она, потому что у нее от природы не было никакой выворотности, у нее не было даже, можно сказать, возможности заниматься. Она была рождена больным ребенком, но она через «не могу», через боль наверняка прошла и стала самой, наверняка, известной русской балериной. К Всемирному дню балета хореографический коллектив подготовил праздничный концерт. Программа мероприятия состояла из сцены вариаций классических постановок, таких как «Лебединое озеро», «Жизель», «Щелкунчик» и «Дон Кихот». На концерте выступили дети разных возрастов. Алена Бердникова занимается всего 2 года, но уже приняла участие в нескольких спектаклях. Первый раз, когда я еще только что поступила, то у нас был «Щелкунчик», я танцевала мышу. Потом у нас я танцевала «Снежинок». Впереди у театра-студии многочисленные репетиции и подготовка к большим спектаклям, которые пройдут на сцене Видновской школы искусств. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.